навигации, понятно, да? Вниз. Вот и руку держим так же. Да, вот. Давай с этой стороны, чтобы привязка к зданию была. Мы сейчас... Незаконная деятельность членов организованной группы была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции. По материалам, собранным оперативными сотрудниками, следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», совершенной организованной группой в особо крупном размере.